В районе города Урая безответственные граждане организовали 17 несанкционированных свалок. Цифра большая, и тем неприятная, что убирать придется тем, кто подобным грязным делом не занимается. Ситуацию под контроль взяли городские власти. Одной из первых запланировали убрать свалку в районе дач «Орбита». В данный момент ведутся работы по заключенному муниципальному контракту на сортировку твердых коммунальных отходов и строительного мусора для дальнейшего вывоза на полигоны и в центры сортировки. В течение недели мусор, накопленный здесь за 5 лет, будет отсортирован, а после вывезен на полигон. Для защиты места от мусорных вандалов проезды в сторону карьера перекопают. Городские власти надеются, что люди помнят поговорку: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Уважаемые жители города Урая, хотелось бы обратиться к вам, чтобы вы не засоряли окружающую среду. Здесь живем мы, здесь растут наши дети. Мусор, который разлагается, попадает в атмосферный воздух, и мы им дышим. То, что не разлагается, попадает в почву, в сточные воды. Мы это все потом из этих овощей съедаем. Все строительные отходы должны вывозиться на полигон, говорят специалисты. И напоминают горожанам, за выброс мусора в лесу им грозит административная ответственность. А для фиксации фактов нарушений в районе карьера администрации установлены фотоловушки.